инновационные технологии в датской полиции. В Дании зафиксирован первый в мире случай отслеживания биткоин-транзакций наркоторговцев. Используя IT-систему для деанонимизации транзакций, датская полиция отследила и задержала наркоторговцев. Система была разработана сотрудниками Национального центра по борьбе с киберпреступностью Дании и основана на сравнении двух различных видов биткоин-транзакций. Наркоторговцем оказался 22-летний датчанин, который был впоследствии приговорен к 4 годам тюремного заключения за покупку и ввоз в страну 2 килограмм амфетамина.